Бабушка в желтом. Ночь один. Так тебе больше идет. Мыльный пистолет, стреляющий не мылом. Резинками. Я хочу в глаз тебе попасть. Что такое доброта? Что это такое доброта? Вот. Мне не нравится? Всем нравится. Ладно, прости, котенок. Заткнись. Я буду спидранерская нянька. Я буду все делать быстро. Хотя попал ему. Попал. А, нет, он исчез. Я же буду быстрым, ты понимаешь? Я максимально быстрым буду. Что там надо? Книга даже интересна, ну ладно. В далекой стране за океаном с темными звездами в небе один засыпал, но к нему в кровать прыгнула кошка. Я нашел секретный сад, с удовольствием сказала. С удовольствием сказала кошка. А, да. Она радостно выбежала на улицу, исследовали. В ночи они прошлые знатными ночами, какие-то древа. Но он решил, короче, все поломать, уебок. Возьми кота. Тебе вообще похуй, тебе даже книжка не видно. Смотрите телевизор. Телевизор. Окей, часть головы мы пробежали. Мы идем правильным путем сегодня. Его тут нету. Ну типа там кролик, и мы можем пойти за кроликом. Но я не хочу. А кролик все еще есть, давайте туда пойдем. Ну а дальше Егор охренеть как облажался. Поэтому мы начинаем со второй головы. Понял. Тут нету. Тут тоже. Тут тоже. А вот тут есть. Нет, ты пылесосить не буду. Ты подслушивал, что ли? Нос большой. Ладно, сегодня тебя аккуратно положу. Реально смешно. Подгузник живой. С глазами. Но они все равно красивее, чем... Я же спидранил, я выучился. Я тебя догоню. Там, кстати, в кабине что-то было вроде как. Гениально. Разбить при опасности. Не срочно. Тыкай, короче, чел. Звезды красивые, кстати. Ложите малыша спать. Ты чё? Припух, утырок, что ли? А вот сейчас я точно видел, что там что-то было в картине. Ладно. Давайте сначала положим ему зайца, потому что в этой главе нужен заяц. Я теперь по башке попал. Маленький мальчик со своими уебскими красными глазами смотрел на бедного кролика. Тебе не понравилась моя сказка? Так я положил тебе нужную игрушку. Он бежал за нетемными коридорами и предыскал. Но зайчик смог сбежать. Ну, короче, молодец, зайчика вот мы не сможем. А, дверь закрыть. Спокойной ночи. Мы типа можем сбежать, я понял уже, но... Не сегодня. Спокойной ночи, сладких снов, я покажу тебе свои сны. Страшно, страшно.
Я могу пригинаться, будем знать. А, сразу телевизор посмотреть надо. Меч. Да какой же ты мудак, я даже не успел посмотреть. Покоился, мразь. Ну ладно, сырный ток тут. Ток. Сырный ток. Ага. За спидранин даже это. Мы будем чисто с грибами носить. Сам ты чудовище. Да? Спасибо. Че злишься? Я сейчас тебе позлюсь. Охренел меня пугать, мразь. Чё смотришь? Егор злился. Сюда подошел и успокоился. Все, тебе у тебя способности нет, ты ботинок. Че? Так у тебя способности нет, я тебя запечатал. Урама, успокойся. Принц и овца. Нет. А, ты сам. Ладно. Сел. Взял своего барана, как ты баран просто. Согласен, смешно. Принц и овца. Страшный уёбский мальчик смотрел. Он увидел барана, и сказал, я голоден. И сожрал барана. Ха-х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 а. О, милый, Куда меня уносит? Good night. Ну, доброй ночи. Ну или доброе утро, у кого как. У меня лично вечер, поэтому доброго вечера.